У хозяек сейчас все мысли о новогодних блюдах. Думаю, не ошибусь, если скажу, что практически у всех жителей региона на праздничном столе окажется оливье. Вообще, рецепт этого салата претерпел уже множество изменений и продолжает это делать. И, собственно, у каждой семьи своя вариация. Мы, например, не добавляем горошек, а вместо соленых огурцов используем свежие. Конкуренцию по популярности на праздничном столе Оливье может составить, разве что селедка под шубой. Но ну, а если от привычных салатов уже сводит зубы, вот вам альтернатива от шеф-повара Алексея Семушева. Будем готовить салат с печеным палтусом, то есть салат листовой с овощами. Будем использовать туда апельсин мякоть. Так как у нас следующий новый год год крысы, будем использовать туда сыр обязательно. В конечном итоге у нас должно получиться что-то вроде палтуса над шубой. Саму ее соорудим из простых ингредиентов – листового салата, помидоров черри, огурца, мякоти апельсина, сыра, печеного чеснока и картофеля. Алексей уверяет, сочетание несочетаемых ингредиентов сейчас в моде. К тому же только на первый взгляд составные части салата не дружат друг с другом. Тем более ансамбль дополнят заранее приготовленной рыбой. Предварительно замариновали прованскими травами. Соль, перец, розмарин, тимьян и оливковое масло. Запекали при температуре 180 градусов 10 минут. Такой салат – отличная альтернатива селедке под шубой, особенно для тех, кто бережет свою фигуру. Даже заправка здесь более щадящая. Не майонез, а соус песта. И сверху – цитрусовый. В украшении мы можем использовать все те ингредиенты, которые у нас непосредственно идут в салат. Точно так же у нас остался чеснок печеный. Мы его тоже добавили. Вуаля, готово. Но не салатом единым, как говорится, сыты будем. Еще одно блюдо, популярное в новогодние праздники – пельмени. Шеф-повар Михаил Шевелев сам любит делать их и собирается заняться лепкой 1 января. А тем, кому традиционный рецепт уже наскучил, предлагает приготовить пельмени из гороховой муки. Ее можно найти в магазине. Тесто делаем, как обычно, разве что добавляем куркуму на кончике ножа. Мука гороховая не совсем такой цвет дает, прям желтая. Вот куркума маленького вот так подчеркнет, будет поинтереснее, покрасивее. Да. И спецэффекты на этом не заканчиваются, по крайней мере, вкусовые. Фарш тоже будет нестандартным. К привычной смеси свинина, говядина, лук добавим копченую грудинку. Мелко режем ее, пока тесто отдыхает. Его, кстати, можно замешивать хоть все каникулы, чтобы попробовать разные вкусовые вариации. Из соевого делал, из рисового делал. То есть муки же у нас сейчас продается очень много. На любой цвет и вкус. То есть можно поэкспериментировать со всем, ну, с любой мукой, которая у нас там продается сейчас в магазинах. Ну а дальше никаких экспериментов. Лепим пельмешки и отвариваем их. Готовое блюдо будет отличаться слегка под вкусом, а внешним видом сразит всех гостей. Так что ваш праздничный стол наверняка будут обсуждать до следующего года. Алена Полоненко, Виталий Перетолчин. Новости по будням.